А Киномакс любит детей. Парк Крылая в эти выходные озарился улыбками малышей и, собственно, ими же был разукрашен во все цвета радуги. Киномакс решил порадовать своих зрителей не только в стенах кинотеатра, но и устроил конкурс рисунков за его пределами. Маленькие мульт-ценители рисовали своих любимых героев и получали за это призы. Я заслужил реально крутые очки, как у Спайдермена, как у меня. И них еще можно смотреть 3D-фильмы, держи, это тебе можно ходить просто так. Однако это не все подарки от киноцентра Киномакс. Приглашаю всех детишек посетить Киномакс Тандем именно этим летом. До 15 августа у нас специальная акция для групп школьников. Группы школьников проходят к нам на мультики, на детские фильмы по специальным ценам. Формат 2D 80 рублей, 3D всего лишь 100 рублей. При этом сопровождающие проходят совершенно бесплатно. Также действует детский билет. Детям до 12 лет скидка на любой сеанс 50%. Узнать подробности и оставить заявки для получения скидок можно по телефону 518 9270.